Выгрузка пыли – это лишь одно из основных мероприятий программы ремонта, которая призвана обеспечить качество тяги в трубопроводах. Кроме того, выполнен ремонт оборудования, которое под воздействием агрессивной среды пришло в негодность. Так, в частности, заменены демисторы в сушильно-абсорбционных отделениях первой и второй очередей. С их помощью улавливаются брызги серной кислоты, что в конечном счете ведет к уменьшению вредных выбросов в атмосферу. Также проведена полная замена контактной массы. На контактном аппарате номер один было перегружено 40 тонн. Отремонтированная кислотостойка покрытие промывных башен и сборников промывного отделения. Емкостное оборудование, все, мы очищаем от сульфатов, от грязи, так как нашим приоритетом является выпуск кислоты высшего качества. Участок производства серной кислоты Кольской ГМК играет важную роль в обеспечении экологической безопасности в районе приграничного поселка Никель. Он утилизирует сернистые газы конвертерного отделения плавильного цеха, превращая их в серную кислоту. Эта утилизация закреплена в политике, в целях компании, и мы ее поддерживаем. Для того, чтобы поддерживать такую высокую утилизацию, мы должны проводить капитальный ремонт. К ежегодному капитальному ремонту допускают только проверенных долгим успешным сотрудничеством подрядчиков. Ведь надежное, бесперебойное и безопасное функционирование участка производства серной кислоты – это обязательное условие снижения нагрузки на природу и человека. А значит, затягивать сроки ремонта или делать что-то некачественно просто недопустимо.